Доброе утро, друзья! 28 ноября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Всемирный день сострадания, День независимости в Албании, День независимости Панамы, День благодарения в США, Начало рождественского поста у восточных христиан, Гурьев день в народном календаре, с этого дня начинается 40-дневный Филипповый пост. Знаменательное событие. 1989 год. Принят в эксплуатацию боевой ракетный комплекс «Молодец». Родились в этот день. 1820 год. Фридрих Энгельс, немецкий философ, историк, основоположник коммунистической идеологии. В 1880 родился Александр Блок, русский поэт Серебряного века. В 1915 году Константин Симонов, советский писатель и поэт. 1956 родился Андрей Ургант, советский и российский актер, телеведущий, шоумен. 1967 год. Анна Николь Смит, настоящее имя Вики Лин Хоган, американская супермодель, актриса, телеведущая. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 10 часов 18 минут по московскому времени вторые лунные сутки, день начинаний. Можно приступать к намеченным накануне важным делам, но только во второй половине лунного дня. В первой половине предпочтительнее продолжать строить планы, потому что в это время повышается амбициозность и агрессивность. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы. Вторая половина дня более благоприятна. Растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Смело осваивайте новые знания в любой области. Сейчас это весьма своевременно. После 10 часов 18 минут третий лунный день. С этого дня на небе появляется лунный серп. Начинается неумение. Новомесячье. Энергетический день очень сильный. Сегодня можно многое успеть. Рост энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны, чтобы не попасть в число жертв. Сегодня вы полны сил и энергии. В это время идет закладка событий месяца, поэтому всеми силами настройтесь на позитив, чтобы события вашей жизни в ближайшее время получили хорошее развитие. Будьте активны. Потраченная сегодня на нужное дело энергия вернется сторицей. Вот такой он 28 ноября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Благодарность можно выразить по ссылке в описании. Удачного дня!